Уважаемый Александр Иванович, я решил обратиться к вам, потому что в Воронеже никто не может дать ответ, кто виновен в смерти моего отца. Следствие тормозится, сроки давности скоро закончатся. В настоящее время в Следственном комитете по Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту причинения по неосторожности смерти моему отцу. А ровно 2 года назад он скончался в Воронежской областной больнице. 1,5 года назад было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент в данном деле имеются 2 экспертизы. Одна была проведена лично мной в военно-медицинской академии. Четко были указаны все вопиющие факты нарушения в учебниках отца, которые привели к летальному исходу. Была проведена Следственным комитетом экспертиза в Астраханской области. Но та экспертиза, к сожалению, вообще не дала никаких правовых оценок. Но и Следственный комитет не дает в отношении этих экспертов тоже никаких правовых оценок. Мне уже в открытую заявляют, что вряд ли это дело дойдет до суда. В связи с чем я прошу вас взять под личный контроль ведение этого дела. Считаю его не рядовым, так как много пройдено. Получены ответы на все интересующие нас вопросы. Все материалы имеются в следствии. Но бороться с системой, с департаментом здравоохранения Воронежской области одному просто невозможно. В настоящий момент имеются 3 справки о смерти с разными диагнозами, с разными датами. Но Следственный комитет трактует, что они выписаны были недолжностным лицом. Хотя 3 подписи, в том числе и главврача, указывают на все, что это должностные лица подписали. Прошу обратить внимание на данное уголовное дело и взять его под личный контроль.